Первый день последнего летнего месяца карагандинки прошлись по улицам города, даря всем хорошее настроение и подарки. Такая программа стала возможной благодаря 9-му международному флешмобу женственности. В Караганде прошла необычная акция «Флешмоб женственности». Ежегодное мероприятие стало рекордным по количеству участниц. Более 100 карагандинок с платьями и венками на голове дарили шарики и сувениры прохожим. Все дарили хорошее настроение и праздник. Одна из них – 19-летняя студентка Ангелина Зелепукина. Она участвует в фестивале уже второй раз. Очень женственный, красивый, что девушки все красивые приходят, хотят подарить людям праздник вот этот, показать, насколько они женственные, красивые, чтобы они знали об этом. Что хотят, люди приносят, шарики, открыточки, конфеты там, детям могут дарить. В основном это девочки, бабушки, женщины, чтобы подарить им праздник вот этот, повторюсь я еще раз. В шахтерской столице женственность шагает по улицам уже 5 лет. Самый первый флешмоб прошел в 2013 году. В 2014 году организатором выступила Евгения Хмелевская вместе с группой девушек. А с 2015 берет на себя ответственность за организацию флешмоба женственности Юлая Горбачева. В этом году к ней присоединились Дарья Поморцева и Анастасия Кулакова. Очень много творчества у девушек начинается развиваться. Они нам все присылают фотографии, как они подготавливаются к этому всему, как они веночки делают, как они девочкам, ну, своим дочерям делают платье, шьют сами. То есть это даже вот творческий процесс сразу вот. И какой-то еще праздник, вообще еще один создается. Международный флешмоб женственности – акция, которая проходит в разных странах 1 августа. Ее цель – дарить людям улыбки без повода и заставить девушек и женщин поверить в свою красоту и силу. Первый такой флешмоб состоялся 1 августа 2012 года. Он собрал 1500 участниц из 90 городов и 9 стран. Фариза Албаева, Жахсылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.